Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все. Да, пизда. Я ничего не понимаю вообще. Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали, мне надоели. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. Да. А? А? Да мне по***й напишите. Так же, как и вы. Не люблю непрофессионалов. Непрофессионалам тут делать нечего. Что, хочешь, чтобы я сейчас ушел отсюда? Я уйду. Ну, не уйду, потому что уважаю других ваших коллег. А вы отсюда уйдете. Все, взяла и ушла отсюда. Встали и ушли. Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда. Ремейки, видите ли, большое количество. На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы. Вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Все, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все. Да. Классные очки. Пошла в жопу. Да, ты послала ту девочку в жопу? Да, и ты как-нибудь попробуй. Это так освежает. Мы несколько лет с вами назад общались, и да. Вы рассказывали, что у вас были, как бы это поизящнее выразить, ну, проблемы с дисциплиной. Ну, в том смысле, во времена что вы, кого? Ну, во времена Киркорова. Да. Вы подводили своего продюсера, ужасно. Зажигали там. Я когда не все по-детски. Это вспоминаю, вообще не понимаю, это была я, это вообще вот что надо было, чтобы было у человека в голове, чтобы такое количество возможностей, которые у меня были тогда, просто их. Ну называйте вещи своими именами. Профукать? Не знаю, в общем, это было очень странно. Ну, потому что я никогда, наверное, ну, я, может быть, я, наверное, называю это так, я просто не карьеристка. Может быть, так это назвать? Не знаю. А еще можно заменить. Я к чему подвожу? Первые несколько букв и назвать это по-другому. Сейчас вы человек дисциплины, то есть... Ну, конечно, да, конечно. Вам претензий не возникает со стороны руководства? Ну, я могу опаздывать только если я там бегу, если мне нужно ребенка что-то, я не успеваю пробки на машине куда-то. Вот. Ну, то есть, ну, такого, чтобы я просто... Ну хорошо, взяла и не приехала на интервью, как? Потому что, ну, неохота мне почему-то. Там, я сейчас не помню все подробности. Да. На самом деле, это же был такой абсолютно юношеский максимализм, потому что в 20 лет мне было, наверное, лет 14. Абсолютно, да, по мозгам. Да. А сейчас вам сколько вот ментально? Если вам было в 20 было 14, сейчас сейчас сколько посчитаем? Нет, ну это 37 прибавим, что там? Ну, в общем-то, я бы, конечно, ну, то есть это многое не было, пережила. Не за было из-за влюбленности в Филиппа Бедросовича. Это просто конечно, я привлекала к себе внимание. Мне казалось, что обещали одно, а в общем не сделали. И надо вот как-то вот отомстить. Мне раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все. Да, пизда.